первый раз не в первый класс, а в детский сад. Реконструкцию заброшенной начальной школы в лесном городке строители завершили ровно в срок. Перечень выполненных работ внушительный. Заменили кровлю, фасады, произвели внутреннюю отделку помещений, двери, окна, благоустроили территорию, создали зону для прогулок, веранды. Еще раз повторюсь, детский сад по всем современным стандартам. По инвестконтракту открыть детский сад в лесном городке должен был застройщик территории. Но свои обязательства он не выполнил. Дошкольное учреждение здесь появилось за счет бюджетных средств. На реконструкцию здания ушло порядка 100 миллионов рублей. Теперь 140 детишек, а скорее всего мы немножко уплотнимся, порядка 160 детей, в том числе от 0 до 3 лет, вот эти ясельки, которые все долго ждали, две группы у нас ясельные, могут уже приходить в детский сад. Сейчас родители занимаются подготовкой документов, медицинские справки собирают, те, кто уже успел это сделать перед новогодними каникулами, уже в детском саду. В саду будут работать 5 групп. 2 для детей от 2 до 4 лет и 3 для воспитанников от 3 до 7. Всего же своего места в дошкольном учреждении ждут 400 юных жителей лесного городка. После открытия нового детского сада очередь станет почти в 2 раза меньше. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».